the sun. Кажется, у меня не остается выбора. Нужны стрелы. Так ты меня бахнешь, да? Короче, тут все или ничего. Теперь мне нужны стрелы. Здесь всех обобрали. Сколько стрел я там выудил? 17. Хотелось бы, конечно, побольше. Тут есть сундук, который открывается только ключом. Вот. Ключ, кажется, выбил. Кажется, вот этот нет. Порабощенный рутокоп. Здесь тоже вас нормально так потрепало. Ладно.
Дом главного орка. Ну-ка. И однажды Инос заговорил с ним. «Оставь все», — сказал он, и дал ему скипетр и сделал своим слугой на земле. Нормально. Стрелы. Кучу стрел. Спасибо. Так, ладно. Тут был сундук, я уверен, что он здесь был. Вот этот. Слишком тяжело. Слишком Отсутствует тяжело. навык. Ладно, он сейф. Стрел никогда не бывает мало. Неужто ни в ком из вас не было? Не было, судя по всему. Ладно, пойдем добивать тех, кто остался сверху. Нихуя себе. Ага. Мне пизда. Давайте лечиться, чем есть. Плюс один. Ха, я не верю. Лечение ослабления. Жареное мясо жука. Пойдет. Рис. Хлеб. 12 по 0,5. Целебная трава. Кажется, пришло время съесть всю целебную траву. Фати. Как ты здесь? Взять все. Ржавый меч. Задание было написано выполнено. Это значит, что основная часть побежала, да? Бегством. Надо собрать все. Продать все. Потом. О, пацаны сидят. Прекрасно все. Спасибо, чужак. Я буду. Возьми вот это. Целебное зелье. Спасибо, братан. Ты очень помог. Нормально. Вы тут живете. Ладно, пойдем добивать остатки пацанов. Интересно, теперь-то этот сундук откроется. Ну ведь нет уже. Слишком тяжело. Блин. Ладно, я еще вернусь. О, Венцель, стой, стой, стой. Он освобожден. Спасибо тебе. Если бы я останусь поднимать каждый отвоеванный город. И еще. Если ты когда-нибудь пойдешь в Монтеру, и в нем ты найдешь меч. Он меня... Я спрятал его там перед... Если ты принесешь его мне, то в убыток. Говорит, меч мой принеси.
Ну ладно, пойдем посмотрим, ты там кого-нибудь сверху убил. Ты же постоянно регенился, вставал. Потом умирал, потом опять регенился. А ты кто? Фил. Береги себя. Берегу. Нормально у вас тут. Ну а чё внутри? Одного таки ты свалил. О, ну это кажется успех. Опачки, лук ассасина. Нормальная тема. Мне кажется, лук меняю. Ну-ка. Сотня, 90. Ну да. Лук я точно меняю. Стрелы 55. 55. Стрелы 50. Определенно. Это уж все, вот это я не могу носить. Меч ассасина. Урон от клинка 37, урон от клинка 60. 30, 50. Кинжал ассасина. Меч ассасина. 15, 55. Отлично. Ну и все. Кабдун освобожден. Спустя пот, слезы, страдания. Ночь, кстати. Пойти поспать бы. Да, есть тут где прилечь. Связка оружия. В жопу ее себе засунь. Как долго я пытался ее взять. Вот здесь вот хочу поспать. Сплю где хочу теперь. До утра. Слава богу, еще и дождь прекратился. Сейф. В доме этого пацана ничего интересного не было. Сундук я почистил, это я почитал. На троне можно посидеть. Опа, еще один сундук, оказывается, был. Отмычки. Ковши, стрелы, сосуды. Ну, по мелочи, но приятно. Торговать здесь больше не с кем, так что, кажется, пора отсюда валить. Сперва передохну. Ну, передохни, передохни. А мне кажется, пора отправляться в другой город. Кабдун, что у нас там по квестам? Все найти Ксардоса. Свиток с предписанием. Золото повстанца Джека. Второй Джек на башне выудил повстанцев порядочную сумму денег. Вардею. Это у нас Кабдун, это Редок, а это Ардея. Давайте попробуем тогда Вардею. Что мне половину там? Ну, нормально. Сколько там надо, чтобы научиться снимать шкуры? А, братан. Что-нибудь об охоте. Животных шкуру. Ты еще не готов к этому. Три. Раз, два, три. Хорошо. Ты еще не готов к этому. Тихий охотник. К диким животным.
3 очка обучения. Подкрадываться к диким... Это совсем не то, что подкрадываться к людям. Ты сможешь подойти к зверю только в том случае. Подкрадывайся всегда сзади и никогда не думай, что зверь подойдешь слишком близко. Тихий охотник. Как снимать животных? Сделай надрез и одним рывком сдеть. Самое главное, начинай всегда. Один раз получится. Отлично. С рептилий. Еще не готов к этому. 5 ловкости. Продолжай. С рептилий. У тебя мало... мало золота. Очки навыков 6, а золото 400. Ну что, попробуем. Убери оружие. Не слышишь? Убери оружие. Не хочешь понять, что ли? Это вообще нормально? Сотня. Опа, мои первые 200 заработанные. Покажи свой товар. Сколько денег, кстати говоря, братан? 12 000. Ты, кажется, сейчас у меня все заберешь. 30 забираешь, 37 забираешь, 42 забираешь, 65 забираешь, 80. Нихуево носить надо, 90. Забираешь, забираешь. Болты. Все забираешь. Острый болт. Охотничий лук. Ржавый меч. Все твое. 8000 уже? Нихуя себе, 8000. Да я сейчас разбогатею, братаны. Освобождение города — нормальная тема. Кинжал ассасина, урон 50. Ну вот, он неплох. 30 забирай. 37 забирай. 40 забирай. 30 забирай. Кирку оставлю. Защита, костяной щит. Кстати говоря, не знаю, может быть, требуется силы 165. Блин, мне это, наверное, чуть-чуть не хватает. Защита от стрел тоже забирай. Здесь ничего. И вот они, мои первые 200. 17. У тебя столько денег нету. Что ты делаешь, братан? Деньги мне нужны. Деньги мне нужны. Ну-ка, верни. Сколько у тебя есть? 12 000. Арбалет верни. Блядь. И... полуторный меч. Цена золота 4000. 8000. Это полуторный меч. А, один. О, 12 497. 12 900. Отлично. 12 500. 12 600. Руды я, пожалуй, ставлю. Карта острова. Ножи. Сталь. Все. Баланс. 12 607. Сделка. 12 000. Первое мое состояние. Приятно с тобой было иметь дело. Ну давай, не хворай там. Это мертвые волки. Ага. А, блин, убил я их до того, как научился навыку. Обучился навыку. Ладно, мы в Ордею двигаемся. Еще левее.
Это я теперь, наверное, могу нормальные шмотки себе купить. Кажется, там был нормальный торгаш. Ни хрена тут стада оленей. Вы видите, сколько их тут? Стада оленей я бы расквасил, если честно. Тихо, не надо так лагать-то. Я все это солнцегляд вон возьму у вас. Давайте попробуем сколотить состояние на оленях. Тихо-тихо-тихо-тихо. Если сейчас с ним упадет шкура, то это будет просто победа. Получается. Это кто? Дозорный рода. Олень. Шкура. Тоже за сотню уходит. Это охотник года. Смотрите, как рубится бабло, братаны. Это одна стрела равно 100 золота. Это же проще простого. Там просто какие-то охотники стоят. Я вот не очень-то хочу с ними связываться, если честно. На таких пространствах. Мяско. Но в этого я уже не попаду. Ну, я попытался. Блин, надо было у этого охотника стрел купить. Ну ладно. Думаю, мы как-нибудь обойдемся. Давайте попробуем с этими охотниками разобраться. Я ведь все-таки нехуевый такой лукарь. Ну-ка, следопыт. Сколько ты впитаешь, следопыт? Стрелы не купил. Сука, мне сейчас может просто не хватить. А в ближнем бою он мне может и за, там, пару тушу, пару, за пару шотить. Арбалет. Вроде я даже и выбрался нормально, арбалет. Ну и все. Как бы не сильно-то и тяжело все это было. Слушайте, дела определенно пошли в гору. Вот, что я могу сказать. Ладно, пойдем продаваться уже. В конце концов, сколько можно фармить сундук? Слишком тяжело. Который я открыть не могу, к сожалению. Бля, я еще везде слышу этих волков. Прям буквально везде. А вы кто? Повстанцы. Бдительные. А ты чё, Брентон? Не создавай здесь лишних неприятностей.
Окей, окей, говорил, братан. Сейчас мы тут аккуратненько. Оп. К сожалению, не помню, кто из вас торгаш. Ну, я думаю, мы как-нибудь разберемся. Ты кто? Покажи мне свой товар. Что я потерял? 40 тысяч. Братан, это твое. Полуторный меч, не, ну, вы видели. 40 урона. 4000 стоит. Волчья шкура. Сколько ты берешь за нее? 25, а за эту? Тоже 25. А, ну это значит не сотня, но тем не менее. Да. Яйцо дракона. Пригодится. Изгнание зла. Чё это там по одежде? 6000, 3000, 3000 и 8500. Легкий доспех повстанца. Защита от стрелы, тоже 25, 25, 8500. Ты парень, что надо. Могу ли я себе его позволить? Сделка. Виталий, чё творю? Послушал бы ты моего совета. Плюс 15. 15, 13, 13, 12, 10, 10. Надо продавать. Ловкость плюс 5, сила плюс 10. Жизненная энергия плюс 20. Не, силу плюс 10 я буду носить. Значит, это все можно продавать. 97 стрел. Тем временем. Гелфорд, покажи мне свой товар. Погоди. Забери вот этот. Вот это и вот это. И стрелы мне, пожалуйста. Опа, болты, стрела, 91 штука. Все, я беру. У меня все еще 12 тысяч 180 стрел. И великолепнейший доспех. Ну, разве может быть что-то лучше? Может быть у тебя еще есть? Увидимся. Да-да-да. Может быть, покажи. У тебя есть сосуды. Не сосуды, вернее, а вода. Потому что воды вообще хрен найдешь. Ты кто? Часовой. Мы с тобой одежда одинаковая, часовой. Не сдавайся. Полченец. Ты дубина здесь не уже сдавай, лежит хрен знает сколько. Неприятностей. Теперь лучше уходи. Теперь? Себастьян. У тебя одежда как... До войны я бы пришел день, когда мы, магия, мантия, это все, что... Угу. Покажи товар. Вода, зелье маны. Робопослушником. Сосудов у него достаточно, воды нету. Шершень. Мясной жук. Угу. Предельно ясно.
нужных ингредиентов. Братан, у тебя нет воды. Целебное зелье. Покажи. Оп, две воды завезли. Марло. Мальчик завезли. Бежим, там драка какая-то. Совсем не так уж плох. Что здесь произошло? Схренали тут жирного завалили. Объясните мне. Клифа завалили в натуре. Кто меня теперь кузнечному делу будет обучать? Блин, новичок. Дайте осмотреть новичка. Нормально. Так тут не только новички полегли. Разведчики вон с арбалетами какими-то. Повстанка. Копер. Следопыты. Вообще здоровые. У вас тут... На вас тут напали. А вы тут сидите. Типа такие, ну ладно, повстанка, он вообще сидит на орке. Ну ладно, сиди. Хавьер. Кабдун освобожден. Это очень хорошо. Теперь мы обратим все свои усилия. Вот твоя доля. Отлично. Что ты... Не больше, чем кто-либо другой. Если хочешь что-нибудь разузнать, попробуй. Проблема лишь в том, как сделать так, чтобы они вообще вошли в контакт. Угу. Ну, блять, что могу сказать? Жирного завалили. У вас тут вон еще один разведчик. Да, не следите вы за входами, выходами. Марла, воду завезли. Ну иди нахрен. Так. Что? Я останусь вред. Легенды гласят, что она была абсолютно... Точно можно сказать, единственный путь узнать об все оставшиеся в живых. Расскажи мне. Орки, как обезумевшие, каждый торговец в стране знает об этом. Многие артефакты ими. Угу. Что особенного? Огненные кубки очень древние. И говорят, они обладают мощной магией. Если вдруг найдешь кубок, отнеси его. В Нордмар. Договорились, братан. В Нордмар, так Нордмар. Магический стол. Ну, давайте из этого делать. Какая разница? Тут 32 в инвентаре можно вообще. Была бы вода, я бы сейчас наделал зелий. Надо прилечь поспать, кстати, на выходе, наверное, так и сделаю. Вот. Слышишь, чем? Братан. Покажи. Да, котя еще тут забери трошки.
Ого, 30-50, это то, что я себе оставляю. 25 урон, 7 дубинный забирай. 25 тоже заберем. Все, мы с тобой договорились. Ковши не принимаю. Трофей, острый коготь. Все, баланс, сделка. Хотя, может быть, у тебя есть нормальный меч. 72 урона. Да. Тяжелое оружие, силы 330. Полуторный меч на 40. Длинный меч, вот урон от клинка 75. За 2500. Но стоит ли его брать? У меня на 60, там на 75. Нет. Ага, поспать хотел. Точно. Я вас дреману тут. До следующего утра. Фулл ХП, фулл МП. Восстановиться, короче. РДЕ. Есть у меня там очки навыков 0. Но это все. Волосы, блин. Темновато у вас тут. Ягода гоблина. Парень мне все равно ничего не принесет в плане прибыли. Так что пускай пока живет. Я тебе голову откручу. Да. Тихо. Ну ты ему показывал. А чё у вас тут опять за заместо? Братаны, что вообще происходит? На вас напали? Опять? Как же неохота умирать, потому что я совсем недавно, вернее, давно не делал сохранения. Но опыт надо тоже получить. Давайте я зайду. Мы многим тебе обязаны. Угу. Что у вас тут вообще происходит, скажите мне? С какого-то хера я прихожу, у вас здесь замес. В принципе, и везде. Ладно, замес так замес. Старый топор орка. У вас тут опять труп. Освобожденный пастух почти умер. Да. Опа, вода. Я об этом подумал. Если бы это было так просто, я бы даже и внимания не обратил. Заканчивай с этим. Конечно, почему? Будь осторожна с тем, что говоришь. Местный торговец. Ничего себе. Вода. Это
ты научишь меня. Найс. 80. Пантерный меч. 60 рапира. Болты, полуторный меч. Двенадцать тысяч. Давайте-ка попробуем. А ну я сделать ее не смогу. Ничего создать сейчас. Кузнечная форма. О, точно, точенный камень. Заточка клинков. Сохранение. Закончить. Ага. Но меня никто не обучит. Да, интересно получается. Где же мне найти кузнеца? Освобожденный пастух. Местный торговец. Ну, блин. Все это очень плохо. Опытный повстанец, ополчение, решительный, это все понятное дело, мне бы... Лучше с молоком будешь дуть на воду. Кузнеца какого-нибудь, слушайте, так тут нормальная деревня стала. Вот здесь, может быть, еще сверху, в принципе, кто-нибудь будет ополчение. Повстанец... нет. Судя по всему, не будет. Решительный повстанец, ветеран... ветеран. Вся фигня. Лады. Нет у вас здесь ничего интересного. А стоп, мне же там надо было что-то сделать. Золото повстанца Джека. Степенно двицем разворды. Сторож Джек на башне. Выудил повстанца. Сторож Джек на башне. Он башня. Но этого не стоит. Хуже уже не будет. У всех свои проблемы, и у меня тоже. Может быть, он тот, который там живет. Но это только может быть. Вот не уверен. Уверен в оленях. Слушайте, в этом мире много очень оленей. Слишком много оленей, которых можно зарабатывать деньги. Ну, зарабатывать тоже такое громковато, конечно, сказано, но подрабатывать как нефиг делать. Все, иди с миром. Видимо, у тебя оберег какой-то непроходимый, в отличие от твоего кореша. Нет, у твоего кореша тоже оберег. Вообще нормальный оберег.
ты, Джек, ты задолжал бабла, Джек, ты... Покажи-ка товар свой. Вода, 5 штук. Опа, очки. Десять отмычек. Мне кажется, 13, 15, 15. 13, 10, 12. Это не совсем там баланс. Сделка, закрыть. Джек. Я слышал, ты принял золото от повстанцев. Да, они были здесь и просили меня сообщить им, как только думаю, они не оставляют надежды, что смог. Дай им... Да, конечно. Зачем старому вырезать только золото? Но не трать его по пустяку. Так, с этим, кажется, разобрались. Всем. Мейсоном, теряный меч, сроком, свиток. Кузнеца бы найти. Давайте выберем сейчас какой-нибудь следующий город.